в основном касались технического характера, а именно где располагаются участки для голосования и так далее. Хочу в качестве примера привести такой факт до обращения 90-летнего жителя Ульяновска, который проживает не по месту своей регистрации и вовремя не подал документы голосования. Но мы в рамках соглашения с избирательной комиссией Ульяновской области в течение буквально одного дня решили данный вопрос. И вообще все эти обращения, которые были, мы именно с избирательной комиссией совместно решали. Каких-то вопросов о нарушении прав граждан, избирателей не поступало. Возможно, возможно, не исключаю, что может быть, что поступит уже по факту произошедшего, но на сегодняшний день, на 14 часов 2 июля, таких обращений не было. Что касается проверки, я лично выезжал на участки города Ульяновска во все районы и на участки для голосования Ульяновской области, в частности, в Барыше. Каких-либо нарушений санитарно- и эпидемиологических норм или вопросов процедуры голосования я не обнаружил.